что за херня? Джайгейл, я Сабал из Золотого Пути. Золотой Путь? Мы друзья. Я знал твоего отца. Мы спасем тебя, сын Махана. А как же Дарпа? Для нас сейчас главное вытащить тебя отсюда любой ценой. Дарпан бы понял. Теперь пойдем. Нас заметили. Туда! Быстро! Аджай, как только открою дверь, пригнись и беги к грузовику. И как можно быстрее. Понял? Да, я понял. Раз, два, три! Будь рядом! Что? Вперед, вперед! Аджай, слышишь меня? Прием! Аджай Гейл, слышишь, нет? Прием. Слава Кири! Это Сабал! Где ты? Хрен знает. Дерьмо. Водитель мертв. Так, слушай сюда. Оглянись, где-то рядом должна быть вышка. Отправляйся к ней. Мы как раз туда пробиваемся. Идти к вышке? Понял. Ты справишься, Аджай. Иди! Найди его! Хочешь сказать королю, что он мертв?
Тогда иди! Куда, блядь? Может, он там, блядь? Ладно, выходите. Вам нечего бояться. Мы хотим только поговорить. Выходите же, ну! В этот раз я точно буду. Прочесать местность. Зашевелится что? Стреляйте. Покажите, мы все уладим. Не нужно прятаться! Братья, не жду! Вперед! Братья! Быстро! Дьявол с запада! Вижу движение! Всем держать ухо востро! Я готов! Давай! Я найду тебя! Да блин! Ты где сидишь? Трус! Медведь! Медведь! Берегись! Берегись! Он близко! Чего не выходишь, Гейл? Thank you.
ответь! Берегись! Джай, мальчик мой, ты занят? Я тебе не помешал? Чудесно. Ты превосходный слушатель. Знаешь, за крабовый рангун я не обижаюсь, о вкусах не спорят. Но тебя должно быть порадует, что мы казнили повара за профнепригодность и убили всю его семью. Поверь, в следующий раз все будет иначе. Обещаю, больше не велю похищать звезд странных кулинарных телешоу. Честь приветствовать тебя, сын Махана. Подумать только, сам сюда добрался. Джай,
Джай, добрался. Молодец, сын Махана. Почему вы мне помогаете? Ты сын Махана Гейла. Может, ты и не знаешь, что в Керате его почитают многие. Особенно в Золотом Пути. Неужели эти парни ищут меня? Рейган Мин хочет вернуть тебя любой ценой. Проклятие. Люди по Игоновой появятся в любой момент. За свою страну я отдам жизнь. Вот они! Не отступать! Обнаружен враг! Нет! Будет больно. Пошел! Нет!